Вот продолжение видео 30 июня 2023 года. Фотографирую, это видео делаю, потому что все нервные. Этого года. С гребли она так. Лапа хорошая здесь. Я просто убрал гульбадамов. У меня была пара гульбадамов. Забрали в Россию. Это вот из-под них. Капканчик такой стариковый, там лапок, глаз, все при нем, переднего чуба только нет, а так очень классный пешком. Лапы здесь огромные, просто вырванные, только пошли вот, только выходят. Шпоры тоже вырваны. Я постоянно сломанные перья вырываю. Не боюсь, что вылетит. Но на страх я все равно видео делаю.
бабушка прям в вольере играла. Я забрал Саня с Воронежа. Давно уже. Она уже сама бабушка. Вот такой есть из-под щелкарей. Лапа огромная, я подрезал, он аж ходить не мог пескуном. Вот это. Казанбасовских кровей. Ох, вылетел. Ох. Чуть не улетел. Вот клевать начал уже. Да, огромный будет такой. Вроде тоже голубочка. Вот тоже экземпляр для работы. Вот мать малевая голубка, вот эта вот. До этого я скидывал же в сайт с пескуном. Тот пескун, который рядом, он самцом оказался. А вот это вот после них, после той. Уже это третья кладка после. Та первая, а это вот третья кладка уже. Такой вышел. Тоже очень красивый такой. Лапы огромные. Размер хороший. Думаю, что голубочка. Нос неплохой. Чубы. Вот ее головка вылетела. Сейчас на веревочке привязал. У соседа сидит. Лапы тоже хорошие здесь. Только-только клевать начал. Масть шикарная будет. Кого интересует, звоните в личку. Недорого, молодежь. Гульбаданчик, голубочка, по-моему. Недорого. Thank you.
Сейчас, может быть, голубка будет даже. Чуп хороший сзади, такой передний. Çok adı tovala bu küçük nesil.